Каждая встреча с песней «За окном ноябрь» дарит состояние, которое только так и можно назвать – весна в душе. Это бесценная возможность встречаться в жизни с настоящей любовью, встречаться с ней, наполняться ей, открывать ее для себя, познавать ее предназначение. В этой песне меня поражает какая-то удивительная чистота и сочетание такой простоты с необыкновенной глубиной содержания, высотой и мудростью. И отдается вся эта необыкновенная мудрость и высота, на которую поднимается любовь в этой песне. Так необъяснимо и удивительно просто. Вернее, конечно, объяснимо. Потому что в каждом аккорде, в каждой интонации исполнителя столько теплоты, столько сердечности, благодарности безмерной и признательности. И такая максимальная сердечная искренность, что вот сердце ощущает неизменный, непрерывный поток настоящей любви, прямо проявление этой любви. И каждый раз при встрече с этой песней я ощущаю себя таким любимым, таким желанным гостем героев этой песни, семьи, о которой поется в этой песне, круга друзей. И так сердечно дарится мудрость этой песни, так просто. То есть о высоте так легко и естественно, как само дыхание. И в этом тоже подсказка, какую силу имеет любовь, с которой исполняется эта песня, с которой дарится она. Как в этом потоке любви вот эти удивительные состояния, эта мудрость, она прямо перетекает от сердца к сердцу и неизменно рождает в душе восторг от созвучия, от рождающегося вдохновения, от желания вторить этому, следовать этому, учиться такой же искренности, такому же бескорыстию, которое воспето в этой песне, которое от строчки в строчке вот, воспевает любовь, вот рассказывая о самом простом, начиная рассказ от самого простого, земного, о встрече двух любящих сердец, и от куплета к куплету поднимает эту любовь на высоту, счастье, единение, стремление созидать. Созидать счастье для других. Единение для других. Для тех, кто рядом, для тех, кто вокруг. Вообще для всей Родины, для всего мира. Эта песня, она неизменно, каждое мгновение встречи с ней сама созидает. Вот это вот ощущение, вот это вот состояние праздника. Каждый день. Счастья, необыкновенного оптимизма, веры в будущее.